Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 367. Запишем условия задачи кратко. Квадрат со стороной 12 сантиметров. Давайте так и запишем. Сторона квадрата 12 сантиметров. И прямоугольник, одна из сторон которого равна 8 сантиметров. Тогда давайте запишем так. Первая сторона прямоугольника равна 8 сантиметров. Квадрат со стороной 12 сантиметров и прямоугольник имеют равные периметры. Тогда запишем это так. Периметр квадрата равен периметру, буква П латинская, прямоугольника пр. Вот так мы записали, что периметры равны. И нам нужно найти неизвестную сторону прямоугольника, то есть вторая сторона прямоугольника, ее нужно найти. Ну, первое, что мы сделаем, мы найдем периметр квадрата. Периметр квадрата равен четырем его сторонам. Ну, или 4а, где а – это сторона квадрата. Тогда 4 умножить на 12 будет 48 сантиметров. Второе действие. Раз периметр квадрата и периметр прямоугольника по условию равны, то мы можем записать тогда, что периметр прямоугольника равен 48 сантиметров. Точку запятой. Третье. Теперь давайте запишем, чему же равен периметр прямоугольника. Формула периметра прямоугольника 2а плюс 2b, где а и b – соседние стороны прямоугольника. Тогда подставим известные величины в эту формулу. Периметр прямоугольника нам известен, значит, мы вместо p прямоугольника пишем 48 равно 2а. Ну, пусть первая сторона – это будет а. Тогда 2а – это 2 умножить на 8 и плюс 2b. Вторую сторону мы не знаем, так и пишем 2b. Теперь мы получили уравнение, в котором искомым является вот эта величина b, или в данном случае 2b из этого уравнения. И это 2b – это слагаемое. Чтобы найти неизвестное слагаемое, выписываем его 2b. Неизвестное слагаемое будет равно разности суммы, это 48, минус второе слагаемое. Второе слагаемое 2 умножить на 8 – это 16. 48 минус 16 будет равно 32. Получается, что 2b равно 32. Давайте перепишем еще раз. Как эту запись нужно понимать? Две стороны, сумма двух сторон или... Две стороны равно 32 сантиметра, а тогда одну сторону для того, чтобы получить длину одной стороны, мы должны 32 разделить на 2. Это будет 16 сантиметров. И нам осталось записать ответ. Задача спрашивается: найдите неизвестную сторону прямоугольника. И мы отвечаем, неизвестная сторона прямоугольника равна 16 сантиметрам. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.